Ваша фамилия, имя, отчество? Цхварадзе Гия Владимирович. Громче, пожалуйста. Цхварадзе Гия Владимирович. Число года рождения? 61-й, 22 марта. Угу. Место рождения ваше? Абхазия, Грузия. Абхазия. Угу. А как давно в Москве? После войны. Какой год? С 92-го. 92-го. Ваш род деятельности на территории Москвы, Московской области. Чем вы занимаетесь? Ничем. Как на жизнь зарабатываете? Ну, помогает мне. Угу. Есть ли у вас какой-либо статус в криминальных кругах? Это Вильнюче знает, я... Вы отвечаете на вопрос? Вопрос вам задан, вы отвечаете. Да. Я откуда знаю, люди меня уважают и так. Есть ли у вас статус? И да. Как именуется он? Наверное, который так зовут. Я понятно, ну как это объяснить. Да? Наши законы от грузинских отличаются. В вашем ответе ничего нет криминального. Статус есть у вас в криминальных кругах? Статус даже гор закон. Еще раз. Погромче. Гор закон. Угу. Кличка как ваша? Никого. Как называют Гия. Близкие, друзья? Гия. Гия. Угу. Образование есть у вас? Среднее. Среднее. Ранее судимы вы? Несколько Если раз. Да, какие статьи? Несколько раз. Какие статьи? 150. 150 были тогда, 144 угу. Когда последний раз освободились? С 99-го. С 99-го года.